самом центре города, на улице Крутицкой, работали игровые автоматы. Логово одноруких бандитов располагалось в этом неприметном здании. Без вывесок, с глухим забором и камерой видеонаблюдения. Когда в гости к владельцам незаконного бизнеса нагрянула прокуратура, в заведении находился только один посетитель. В отношении оператора клуба составлен протокол об административном правонарушении. Закрывает это заведение прокуратура уже второй раз. 24 июня текущего года была проведена проверка на предмет выявления незаконной игорной деятельности в помещении, расположенном по адресу город Иваново, улица Крутицкая, дом 1. После получения доступа в указанное помещение было обнаружено то, что там действительно осуществляется незаконная игорная деятельность с использованием игрового оборудования в количестве 23 штук.